Наши российские дизайнеры Ирина Кулакова каждый раз радует нас не только эксклюзивными моделями, но и качественными тканями. Именно сегодня дизайнеры всего мира сошлись в едином мнении. Женщины хотят комфорта. И сегодня особое внимание уделяется натуральным качественным тканям. Встречайте, хит наших модных рубрик – это брюки в Майами. Аришенька, ну это просто фантастика какая-то, потому что я помню, в прошлом году у нас брюки пользовались огромной популярностью, а цена практически не изменилась. Да. 8 расцветок на выбор. Начинает наш показ голубой цвет. Ты знаешь, Арина, мне очень нравится сегодня, особенно для тех женщин, кто собирается на юга и на море, оттенок цвета морской волны. Яркий, изумрудный, зеленый цвет. Ну и, конечно же, мы продолжим сейчас говорить о базовых расцветках. Это горький шоколад, шоколадный тон. Он очень будет хорошо смотреться с персиковыми оттенками, с нежно-лимонными. У нас будет совсем скоро блуза Валенсии, и вы увидите, какое красивое сочетание на нашей модели Ольги Лукомской. Черный цвет. Еще раз убеждаемся в том, что в каждой коллекции наших российских дизайнеров присутствует этот цвет. Наши женщины его любят. Темно-синий. Мы его уже называем по праву вторым черным. Так, васильковый цвет. Мне очень нравится даже вот такой цвет, отвечающий за гармонию женщины, может сделать ее образ ярким. И самый яркий цвет, это, конечно же, красный. У нас есть еще один цвет, восьмой. Готовится выйти наши девочки, и мы можем уже выйти на подиум. Это белый цвет, он на нашей модели Ксюша. Ух, как здорово! Девчонки выглядят действительно в брюках от бренда Lavira, в брюках Майами. И вы будете выглядеть тоже замечательно. А главное, цвет, чувствует себя превосходно. Послушайте, у меня... Не обман зрения или девочки выглядят как-то почти одинаково? Давайте проговорим полные ансамбли. Ксения выбирает для себя брюки Майами белого цвета и блуза Леони. Обратите внимание, полоса на блузе Леони тоже белого цвета, плюс брюки Майами, готовый ансамбль. У Ксюши 48 размер бедер, брюки Майами 52. Я специально надела на нашу модель брючки посвободнее. Если вы хотите классический крой и свободный вариант брюк, выбирайте на 2 размера больше. А сейчас давайте посмотрим на Ольгу. Оля носит 54 размер, и на Оле брючки, как брюки-леггинсы, зауженные к низу. Если вы хотите подчеркнуть свои прекрасные формы, вы можете выбрать размер в размер. Оля выбирает с брюками Майами горький шоколад, тунику Валенсию, яркий терракотовый цвет. Собирайте готовый образ, добирайте до бесплатной доставки и не забудьте сказать нашим операторам секретное слово. Лето! Выигрываете 100 тысяч рублей на свой семейный отдых. Собирайте готовый образ, действительно, посмотрите. Свет, ну расскажи, пожалуйста, в чем же секрет стройности? Ну, во-первых, ты знаешь, мне нравится матовая текстура вискозного полотна. Давайте вспомним о том, что вискозу наши женщины очень любят. Во-первых, это мягкое полотно. Мне нравится, что вискоза, волокно растительного происхождения, дарит женщине свободу и дыхание. Вы знаете, о чем мы мечтаем летом? Мы просто хотим надеть эти брюки и чувствовать себя свободно целый день. Еще мне очень нравится то, что здесь отсутствуют пуговицы и зона застежки молния. Вот как вы? Я не люблю, например. Мне хочется надеть брючки и чувствовать себя комфортно. Давайте посмотрим на посадку брюк. Мне нравится, что за счет эластичной ленты, Ариночка, каждая женщина может подстроить брюки под себя. Итак, хотите свободный вариант брюк Майами? Хотите костюм на праздник, как на Ксении? Тогда на 2 размера больше. Хотите образ, как на Ольге? Брючки в обтяжку, которые подчеркивают и подтягивают ваши формы размер в размер. Да, вот действительно, согласитесь, что летом, ну, не хочется лишних деталей, перегружать себя замочками, всякими молниями. Брюки Майами надели и пошли комфортно, свободно, а главное стильно, и это брендовое предложение. Ну а мы помним о том, что Ирина Кулакова одна из первых российских дизайнеров, кто стала привозить ткани из Арабских Эмиратов. Именно там ценится вискоза и вискозная шелка, потому что там, где жарко, хочется прохлады. Наши женщины сегодня оценили по достоинству вискозу. Посмотрите на наши брюки Майами. Они сочетаются с любым ансамблем, с любой блузой. И базовая вещь, такая как брюки Майами, обязательно нужна в вашем гардеробе. Это всесезонное предложение. Вы можете эти брючки носить теплым длинным кардиганом даже зимой. Кстати, учитывая форму наших брюк, они легко заправляются в ботинки или высокие сапоги. Вот мы говорим бренд, бренд, а кто-то к нам подключился. Давайте посмотрим и убедимся в этом. Нам достаточно взглянуть внутрь. И я вижу, что внутри нить подобрана идеально тон в тон под основу брюк. И обратите внимание, что отвечает за качество. Очень
важно, чтобы не только ткань тянулась, но и нить, которая оформляет ее. Мы видим здесь оверлок, это зигзагообразный шов, который закрепляет боковые швы и швы соединения. И эти брюки прослужат вам долгое время. Когда вы их тянете после стирки, нить не лопается. Еще утром мы с тобой предлагали брюки, да. И наши женщины могли выбрать хоть сколько пар по такой цене. Вот если честно, я готова даже для себя. Я в прошлом году купила фиолетовые брюки, в этом году я хочу купить синие. У меня есть в морском стиле такая стильная туника. Я хочу взять ярко-голубые, так. Вот все в синих тонах. И, пожалуй, я возьму красные, потому что морской стиль и блузы в горох очень хорошо смотрятся с красным. Вот представьте в своем гардеробе вот такой идеальный набор брюк Майами. На любой вкус, на любое событие, любой бы образ сможете создать. Начинайте свое знакомство с нашим телеканалом именно с таких хитов, как брюки Майами. Итак, давайте еще раз посмотрим на наших моделей. Посмотрите, у Ксении брюки смотрятся совершенно другого кроя, они свободные. Если вы хотите приобрести в свой гардероб летний вариант классических брюк прямого кроя, берите на 2 размера больше. Оля выбирает брюки Майами, зауженные к низу, по типу брюки-леггинсы. И Олечкины ножки выглядят очень длинными, стройными, но такие брючки можно носить с удлиненными туниками, если у вас прекрасные формы. Обратите внимание на то, что эта модель любима вами уже на протяжении 2 лет. И все благодаря Ирине Кулаковой, нашему российскому дизайнеру и бренду Лавира. Знаете, я уверена в том, что эти брюки станут вашими любимыми. Когда вы их наденете, вот когда получите их и наденете, вы обязательно поймете, о чем я сейчас говорю. Комфортные, выбирайте сразу 2, а то и 3 цвета, и вы не пожалеете. Действительно, таких брюк много не бывает.